Уже кто-то в общаках есть. Пойдемте. И Леня по кому-то... По кому? РПК. Блин, Леня, дайте бог здоровья. Чисто прикрыл меня сейчас. Поняли, что случилось? Бля, Леня, красавец вообще. Видели, чел пробежал с третьего этажа, куда-то ниже этажами. Кто-то микрофон включил? А, это дым. Да? РГО, хотел. Это он на крыше бегал сейчас, что ли? Блин, звуки очень непонятные. Да, на третьем. Задымил проход к себе туда.
Так. Там тут еще, да, по-моему, был? Пошел, пошел! Да, да, там еще один сидит. Че ты стонешь там, как шлюха, блядь? Их там двое. Один в туалете. Стука, ой, блядь. Один на кухне. Капец там народу, чатик. Сейчас, погоди, друг. Не спеши. Жалко, нету хорошей гранатки. Придется дать плохие гранатки. Иди отсюда, бля. Так, патрончик сейчас докинем. Капец, там толпа сидит. Там четверо как минимум получается. Прикиньте. А просто сидят, крысят. Третий этаж. Это молодцы. Конечно. Турпутевка закончилась! Вот хуй! Чё ты забыл на нашей земле, сука? Пятеро, блядь, чат. Пятеро крыс сидит в меченке. Русские причем. Так, где там? В какую комнату залетал? Так. М-ка, кстати, неплохая, по сути. Но у меня М-ок там полно, вроде как. Я вот обвесы бы поснимал, конечно.
А видите, какие лужи? Отражения. Это вот эта вот штучка СССР, которая... За отражение отвечает. РПК. Сюда, сюда, сюда. Так, так. Так. Все, РПК нахрен. М1 берем и валим отсюда. Ну вот как-то так, чат. Ну, по сути, переиграл умом. Так, чат. Каски сейчас, наверное, по разгрузкам я рассую. А, у меня там все забито, да? Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.